Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и сегодня мы с вами начнем прохождение довольно-таки интересной игрушечки. На канале она уже была, я снимал, но сейчас вышло очень много обновлений на нее. Игру допиливают и вносят различные механики. Игра Foundation. Здесь мы будем строить свое поселение. Мы будем участвовать в развитии поселения в форме вассала, или, как сказать, короля, то есть выполнять прихоти наших жителей, также прихоти короля, который он будет у нас требовать. Также присутствует духовенство в игре. Но самое интересное – это процедурно генерируемый мир плюс процедурно генерируемые дорожки в игре. Такого не было до этой игры нигде. Что ж, давайте. Новая карта. Просто смотрю на реку, уже читаю река. Карта процедурной генерации. Ну, давайте. Ладно. Так, нас интересует река, и чтобы было место возле реки, где можно построиться. Вот темно-зеленое, это без гор, чтобы было более-менее ровно. А, вот неплохое место. Плюс острова, да? Но острова, это надо делать будет мосты. Это все усложняет. Карта процедурной генерации сейчас бета, только версия. Вот, кстати, неплохо. Смотрите, какое место. Или еще поискать? Даже не знаю. Давайте еще поищем. Так, здесь у нас что? Ну, вдоль можно идти реки, да? Ага. Ну, охота что-нибудь интересного прям. Какой-нибудь необычный ландшафт. Вот, кстати, довольно-таки много земли, где мы можем жить. Плюс большое озеро какое-то. Думаю, будет интересно. Так, без модификаций. Ванильную версию давайте запускаем. Ну и будем разбираться. Так, ладно, давайте советы. Первый совет. Ваша первая деревня. Этот совет предложил старейший из ваших селян. Он рекомендует принять во внимание потребности ваших подданных, прежде чем выбирать место и пускать корни. Ягоды для пропитания, древесина и камень для строительства. Остальное предложится. Приложится. А, ладно, я самостоятельно хочу, не хочу читать подсказки. Вот, кстати, территория, которую мы можем заселить с вами, да? Потом мы сможем докупать кусочки территорий, соответственно. А, так, здесь вот рыбка есть, да? Неплохое место, кстати. А тут, тут мы не можем почему-то пока что купить. Ну и сюда можем пойти? Нет, наверх почему-то идет. Можем перейти на этот остров. Так, а где интересовало меня? Вот озеро большое, да? Угу. Переход опять же идет у нас сюда. Так, но мне пока что нравится вот этот вот кусочек с переходом вот сюда. Давайте, наверное, начнем с него. Первое, что нам надо сделать, это построить центр нашей деревни. Так, ягоды, камни. Тут довольно-таки много леса. Там мы будем идти сюда. Камень сюда. Так, ну давайте, да, почему бы и нет. Где-то вот здесь у нас будет центр деревни. Вот наши первые поселенцы появились. Соответственно, территории. Оставить территорию. А, кстати, мы можем, сможем эту купить. 5 монет содержания. Понятно, спасибо. Этого я не знал. А, так, поехали на стройку. Что нам надо в первую очередь? На паузу поднажать, соответственно. Мастерская строителей. Это самое первое, что нам надо. Так, тут мы тоже сможем докупить, да? Мастерская строителей. Если у нас здесь центр, давайте производство будем куда-то сюда, наверное, выносить. Эта деревня, наверное, вот так лучше, чтобы пошла.
Даже не знаю. Ну, вот тут давайте будем строить такие вот производственные здания. Так, как крутить-то? Нет, не так. И не так. Как тебя вращать? Расскажите, пожалуйста. Нет, не уберите. Да. Так всегда начинаешь играть в игру и забыл посмотреть, как вращать. С, нет, не С. F, нет, не F. T, не T. А, G, нет. А, все, Ctrl надо зажимать. А, вот смотрите, у нас у этого здания есть вход. Плюс еще есть такие кругляшки. Это куда мы сможем достраивать дополнительно к этому зданию пристройки. То есть мы берем, ставим его где-то, ну, вот так, допустим. Потому что какие эти пристройки по размеру пока что мы не знаем, соответственно. Так, амбар. Позволяет хранить, торговать ресурсами. Еда, простая еда, роскошная еда. Амбар нам тоже надо по-любому. Лагерь лесорубов. Это однозначно, да. Так, лагерь лесорубов мы тоже куда-то сюда поставим. У нас два входа, да, в него по бокам. Давайте вот здесь пока лагерь лесорубов. Дальше у нас что? Лагерь камнетесов. Где у нас камни? Вот здесь у нас камни. Чтобы им далеко не ходить, соответственно, да? Давайте вы прямо здесь и будете работать. Это мы сейчас с вами сделаем... Все минимальное, что нам надо. Лагерь лесничих. Это кто у нас будет сажать деревья, соответственно, да? Но это рядом с лесорубами. Это, я думаю, логично. А, так, дальше пошли. Лесопилка. Лесопилка производит доски. Но это все, опять же, да, завязано у нас с лесорубами. Давайте тоже сюда его пока что. Вот так. Чтобы у нас был хоть какой-то порядок. Хижина собирателей. Это у нас собирают ягодки вот такие вот. Где у вас вперед, непонятно. Ладно, давайте вы будете пока что вот здесь. Так, потом нам надо поставить рынок. Вот это у нас центральная площадь, правильно? Но рынок мы будем ставить с вами попозже, когда они уже начнут протаптывать себе различные тропиночки. Пока что поставим амбар. Амбар мы можем увеличивать? Нет, вроде дырок никаких нет. Где у нас тут ягоды? Тут, да? Ну и тут давайте вот недалеко будет амбар. Отлично, снимаем с паузы. Погнали. На третью скорость сразу же поставим. Сейчас они допрут. Сюда нам надо добавить двоих пока что. Ну, даже троих, потому что сейчас много стройки будет. Троих жителей на стройку. И смотрите, как это все сейчас будет происходить. А это что такое покраска? А, понял, все. Это я вам объясню. Вот пошли наши жители. И смотрите процедурные дорожки, про что я вам говорил. Вот как они идут. Таким образом протаптывается дорожка наша. Вот в этом весь прикол и весь кайф этой игры. Плюс процедурное строительство. То есть как в SimCity, City Skyline, так нам пришли двое новых поселенцев. Мы их принимаем, соответственно. Так. По потребностям нам что надо? Нам надо колодец, соответственно, да? Колодец. Давайте где-нибудь вот здесь, наверное. Хотя центр не поставить, да? Или поставить? Можем поставить в центр тебя? В принципе, можем. Не знаю, как это будет работать. Посмотрим. Так, ну вот, переходим, значит, к самому интересному. Покраска.
сбор. Сбор. Вот эти ягоды, значит, мы ставим собирать. Камни вот эти вот собирать. Лесонасаждение. Ну и давайте так. Деревню мы будем строить вот здесь, наверное. Для начала вот так вот закрасим. Лесорубы пусть вот здесь вот все вот это дело вырубают. Также здесь у нас рыбка есть недалеко. Будем здесь заниматься рыбной ловлей пока что, когда ее откроем. И не только. Так, вот так вот сбор до конца сделаем. Все, играйтесь, ребятки, вот здесь пока что. Так, лесонасаждение. Насаждение вот здесь можно сверху, где у нас все постройки наши, которые будут как-то шуметь, загрязнять, да, все остальное. Вот здесь пока засаживайте все, чтобы было по красоте. Так, ну и жилую зону, соответственно, это где наши жители будут рандомно строить дома себе. Нам надо будет строить еще церковь, ратушу, тут много всего. Вот здесь вот у нас видно, кстати, я не поставил, да, лесонасаждение. Вот здесь тоже надо сделать, потому что здесь у нас камень будут добывать, будут шуметь. Жилая зона у нас начнется, наверное, где-то вот здесь для начала. Вот здесь вот можете селиться пока что. А дальше посмотрим. Все зависит от количества народу, правильно? Так, стройка пошла. Жители начали шевелиться потихоньку. Нам надо рынок, соответственно. Да, вот дорога сюда уже у нас есть. Сюда. Давайте строить рынок. Рынок строится здесь довольно-таки интересно. Торговые ряды. Вот торговый прилавок. Продает селянам еду, типов ресурсов. Работник крепостной здесь нам нужен. И вот куда оно у нас как бы распространяется, рынок, насколько, да? Так, как нам его подвинуть, расширяться, если что, он будет туда. Так, тут будет колодец. Давайте пока что поставим вот так, наверное, и сделаем ему тент, соответственно, сверху. Все, поехали. Основные задачи мы дали. Лесоруба. Сразу же двоих лесорубов давайте, потому что дерево нам сейчас жизненно необходимо. Даже можно пока что троих. Пока у нас народ есть. Сверху у нас в меню монеты. Казна наша, да? Это индекс, это, как я понимаю, доход наш и все остальное. Ну, соответственно, ресурсы, ткань, ягоды, древесина, инструменты. Ну и довольство, вода, еда, комфорт, обслуживание. Это наши потребности деревни. Плюс здание. Работники, которые будут тут. Также у нас здесь вот есть миграция. Сколько свободных крепостных и тому подобное. Идет строительство. Это у нас уже идет валюта. До этого мы еще дойдем. Процветание нашей деревни, там торговля и тому подобное. Пока что просто наблюдаем, как они все это дело таскают, строят. Ну и, соответственно, начинают уже вот кто-то себе домик начинает тут в лесу строить потихонечку. Игра довольно-таки медитативная. Наблюдать, как жители занимаются своими делами, очень интересно. Устремление деревни. Деревни – это не обязательные задачи, которые помогут вам определить цели вашего правления. Давай развернуть. Устремление деревни. Условия победы.
Это не обязательные цели, которые вы можете достичь в прогрессе, процессе развития вашей деревни. Они помогут вам проявить изобретательность и использовать нестандартные подходы. Некоторые условия победы значительно сложнее других. Попробуйте выполнить их все. Ну, понятно, ладно. Это подсказка, да, у нас типа того. Так, здесь нам надо... Сейчас что, не достроили еще? Нехватка ресурсов? Ребята, лесорубы, вы что? Давайте, рубите. Безработные шестеро. Ну, сейчас, я думаю, это все исправится потихоньку. Достроим самое главное, но это еда, соответственно, да? У нас еще даже сборщиков нет, насколько я понимаю. Амбара, сборщики у нас где-то здесь тоже были, да? А, вот у нас хижина собирателей. Так, прилавок готов. Одного нанимаем сразу же сюда, чтобы он продавал нашим селянам еду. Так, лесничий. Ну, блин, ну давайте один, ладно, пока хватает народу. Один лесничий пусть будет. Давайте ускоряться уже потихоньку. А не то мы так долго будем с вами ждать, пока это все построится. Лесорубов тут. Котелок какой-то. Вот, кстати, лесничий пошел садить деревья, где мы ему сказали. Камнетесов еще не сделали. А приоритет можно как-то выставлять? Так, не хватает древесины. С древесиной пока что проблемы. Первый домик закладывают, молодцы. Тут, кстати, еще у нас камни, я не заметил, да? А, это дом строится уже, я думал, это камни. Кто-то решил жить прямо возле реки. Ну, молодцы, здорово. Сельская церковь, усадьба, но до этого нам еще далеко. Нам надо пока что построить основы нашего поселения, чтобы наши люди были довольны. Ну, чтобы у них была еда. В первую очередь, кстати, еда есть. А значит, ресурсы, ягоды продавай. Че, больше пока продавать-то нечего. Рынок будет расти постепенно. Домики, кстати, различные имеются. Также эти домики будут улучшаться постепенно. Уровень дома, плотность застройки. Здесь все это учитывается. Рандомно, но все равно учитывается. Вот, кстати, лесничий наш мелкие деревья садит. Растут они довольно-таки быстро. Так что должно быть все по красоте у нас. Но все пока что как-то очень долго. Че, амбар начинаете делать, нет? Нет, рубите, все, рубите. О, молодцы, рубите. Главное, нарубили деревьев и домой себе потащили. Тут лесничих, а лесопилка у нас где? А лесопилка дальше, да? Да, дальше. Надо камней на лесопилку, но, к сожалению, пока не построены камнетесы. Как приоритет... задать, повысить приоритет строительства. Вот так вот. Давайте, нам надо каменщиков срочно. Потому что без камней будет печальненько. Так, отлично, собиратели построили. Собиратели троих сразу же делаем. И у нас остается один безработный. Будем сейчас как-то пытаться регулировать народ
собиратели пошли собирать ягодку сюда. Молодцы. Че же я все на эскейп то жму выходить. Ягодка сейчас появится, значит, соответственно, она появится и на рынке. Центр деревни. А где наш, собственно говоря... А, он не построился, да, здесь? Колодец. Так, ну давайте вот здесь его поставим. Да, вот здесь. Потому что вода нужна. Так, отлично. Доделалось. Лесорубов мы уменьшаем. И делаем двух шахтеров, соответственно. Народу нам сейчас надо очень и очень много. Жителей два. Остальные дома еще не достроены. Так, нам нужна лагерь лесничих. Нет, нам нужна еще лесопилка. Деревья можно, кстати, вот поставить, да, какие он будет высаживать. Дуб, тополь, сосна, сикамор. Ну, в принципе, пусть перемешку сажает. Это как-то более красиво выглядит. Тут кто-то на берегу строится, да? Молодцы. Довольство пока. Комфорт 21% минус. Ну, понятно почему, я думаю. Потому что у нас ни черта еще нет. Зодчество. Месячный отчет. Доход минус 85. Ну, соответственно, монетки у нас уменьшаются, да? Что у нас с рынком? Пока что ничего. А у вас тут ягодки-то есть? Да, ягодки появляются потихоньку. Так, лесничего, я думаю, мы уберем пока что. Чего нам не хватает? Нам не хватает дерева все-таки, да? Давай сюда. Дерева надо сейчас на данном этапе очень-очень много. У каждого, кстати, жителя, если вот нажать, у него есть свое имя, но, соответственно, крепостным достаточно крыши над головой и гостеприимных объятий церкви. Но это что им надо? Лесоруб, тут каждый может прокачиваться в определенной специальности, ну и, соответственно, улучшать свои показатели. Все уже тут говорят про церковь, у нас еще лесопилки даже нет, не говоря уже о чем-то более серьезном. Да даже ягод на рынке нет, потому что нет амбара. Из амбара ягоды носятся. Кстати, второй домик построили, молодцы. О, деревья пошли, когда их трое стало. Но камней все еще мало. К вашей деревне приближается новоприбывший. Но это хорошо, пусть прибывают. Нам нужны люди. Вот они идут. Откуда они идут, непонятно.
но уже скоро дойдут. Так, что у нас тут не достроили еще? Строишь? Строй. Отлично. Плотников пока нет. Плотник, давайте пока один будет у нас. И амбар начинает строиться. Все основное мы для жизни наших людишек построим сейчас, после того, как будет закончен амбар. Как раз сюда одного мы и назначим рабочего. Носильщик один. Отлично. Все, безработных у нас не осталось. Видимость. Всплывающая подсказка, привлекательность. Ну, тут, как в любом градострое, да, можно это все дело посмотреть. Домики растут. Вот с едой проблема. Идет работа, носильщик. Простая еда, роскошная еда. Но мы же можем, в принципе, тут назначить ресурсы. Он обязательно назначать. Он же любой может быть, по идее. Так, колодец у нас построили в центре. Так что вот этот не надо. Как я и хотел. В центре, но там глюк. Там остались вот эти инструменты. Ну, может быть, они уйдут оттуда. Источник пресной воды. Это у нас. Так, носильщик начал носить ягоды наконец-то. То есть скоро они должны появиться у нас на прилавке. Да, на прилавке они начинают появляться. Все. Здесь мы цепочку построили. Завершили технологическую, так скажем, да? Селяне селятся. Все идет по плану. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот первая серия ознакомительная у нас получилась. Если вам понравилась данная игра, пишите ваши впечатления. А также, если вы играли, то давайте ваши советы по данной игре под этим видео. Я обязательно всем отвечу. А мы с вами увидимся в следующей серии и продолжим постройку нашей деревни. Пока что небольшой, но я думаю, со временем она превратится в большое поселение. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!